Садись, дочка. Ничего, спасибо, сидите. Гражданин, уступите место, встаньте. Если я встану, ты у меня ляжешь. Гражданин, эти места специально для детей и инвалидов. Она что, дети или инвалиды, а? Она готовится стать матерью. А я готовлюсь стать отцом. Да что вы ерунду ходите? А вот как раз инвалид. А, инвалид. Что вы теперь скажете? Простите. А? Закон есть закон. Пожалуйста, садитесь. Большое спасибо. Ах ты зрячий. Сейчас будешь слепой. Вы подтверждаете? Подтверждаем. Так. Значит, потерпевший. На стройке работаете? Подрабатываю. Что значит подрабатываю? Учусь в политехническом. А. Студент. На 15 суток. Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? А? На сегодня наряды. Песчаный карьер, 2 человека. Карьер песчаный, 2 человека. Огласите весь список, пожалуйста. Песчаный карьер, 2 человека. Уборка улиц, 3 человека. Мясокомбинат. На сегодня нарядов не прислал. Есть наряд на строительство жилого дома. Цементный завод. А на ликероводочный нет? Осторожно. Прежде всего, я хочу познакомить вас с нашим замечательным коллективом, в который вы временно вливаетесь. На сколько вливается, товарищ? На полную, 15. Ага, 1.5 декады. Это замечательно. Ну, все хорошо. До свидания. С обедом не опаздывайте. Да-да. Я уверен, что эти 1.5 декады пройдут у нас с вами в атмосфере дружбы и полного взаимопонимания. А-а-а. Ну-с, так. Пробка. Подарок из Африки. Да. Прошу сюда. Силой своего воображения представь себе, какой замечательный жилмассив будет здесь создан. Только в нем одном будет установлено 740 газовых плит. То есть ровно 740 раз больше, чем было во всем нашем городе до 1913 года. Прошу вас.
Так, минуточку. Все в порядке. Романтика! А если взять поэтажно весь объем работ, выполненный нашим СМУ за первый квартал, и поставить эти этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня. Или втрое выше, чем знаменитая Нотр-Дам-де-Пари, что в переводе означает собор Парижской Богоматери. Какой-какой матери? Парижской. Богоматери. Прошу. Наше строительно-монтажное управление построило такое количество жилой площади, которое равно одному такому городу, как Чита, 10 таким городам, как Хвалынск, или 32 Крыжоплям. Дух захватывает при одной мысли, что... Чем в Америке? Таким образом, и вы сможете внести свою посильную лепту в трудовые свершения нашего родного СМУ. СМУ в переводе означает строительно-монтажное управление. Какое-какое управление? Монтажное управление. Я готов. Спасибо. Угу. Ну-с, так. Шурик! Да, Павел Степанович. Ну, Саня, вот тебе напарник. Наконец-то, Павел Степанович. Спасибо. Ну, теперь поработаем. Работаемся. Я вижу, вы сработаетесь. Сань, Шурик. Желаю вам успеха в труде и большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание. Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были? Не, пока еще ни одного не было. Будет. Пошли. Слушайте, где вы пропадаете? Я вас по всему корпусу ищу, бегаю. Работа стоит? Работа стоит, а срок идет. Ты не забывай, у тебя учет в рублях, а у меня в сутках.
Отлично. А почему шепотом спит? Спит? В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной... Все континенты рукоплещут труженикам нашего большого балета. Пойдем дальше. Учит народная мудрость. Терпение и труд все перетрут. Раз. Кончил дело, гуляй смело. Два. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Три. Работа не волк. Нет, это не надо. Компот. Компот. Руки. А? Мыли? Ах, да. Так, на песчаный карьер. На
Вот, приступим. Приятного аппетита. Что-что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент. Пойми, студент, сейчас к людям надо помягче, а на вопросы смотреть ширше. Вот ты думаешь, это мне дали 15 суток? Это нам дали 15 суток. А для чего? Чтобы ты вел среди меня разъяснительную работу, а я рос над собой. Ну ладно, давай бухти мне, как космические корабли бороздят большой театр, а я посплю. Отгоняй. Ты что? Муха? Молодец. Thank you.
Погоди, бочкарик. Это только аванс, но теперь все. Ну, студент, готовься. Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть музыка. Но ты ее не услышишь. Воды. Спасибо. Студент! Thank you.
Это же хулиганство! Получите 15 суток! Пустите, я буду жаловаться! Пить будете? Нет. А что? Вести разъяснительную работу. В то время, когда космические корабли, как вы стоите, бороздят. Тебя как звать-то? Федя. А ваш Шурик? Женат? Да. Жена Любушка и двое ребятишек. Леночка и Алешка. Значит, семья есть? Есть. А лет тебе сколько? 41. Может, не надо, Шурик? Я больше не буду. А? Нет. Надо, Федя. Надо. Мама. 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 Ну, граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто хочет поработать? Я! Подождите. На сегодня наряды. Песчаный карьер, 2 человека. Я! Да подождите вы! Огласите весь список, пожалуйста. Значит так. Цементный завод. Я. Погрузка угля. Я. Уборка конюшен. Я. Кроме того. Я. Да подождите вы, гражданин. На вас персональный наряд. На все 15 суток. Возьмите. Конспект. Горю. Нету. Ребятам отдал. Он читает. Можно переворачивать. Билет номер 7. Первый вопрос. Принцип работы синхрофазотрона. Костя, как слышимость? Как слышно? Как меня слышишь? Прием. Понял, понял. Слышу тебя нормально, нормально слышу тебя. Отвечаю на первый вопрос 7-го билета. В основу работы синхрофазотрона положен принцип ускорения заряженных частиц магнитным
полем. Полем. Идем дальше. Дуб! А? Конспект есть? Нет никаких конспектов, никаких конспектов нет. Не мешай. А что ты слушаешь? Ван Клеверна, иди. Здорово. У тебя есть? Что? А, я у тебя уже спрашивал. Осторожнее, гражданин, не отвлекайся. Простите, пожалуйста. Наша, пошли. Возьми. Угу. Кому? Ключ. У тебя же сегодня экзамен. Угу. Еще целых 3 часа. Ну, пока с подружкой позанимаемся. Угу. Горчички. Угу. Thank you.
духота. Угу. Не переворачивай. Ира, расстегни. Жарко, разденься. Пора. Угу. Ну как, сдала? 4. Ты что? Спокойно. Понятно. Берите билет. Профессор, можно еще? Пожалуйста. Бери. Себя. Что значит себя? Ой, простите, профессор. Нет уж, это вы. Простите. Придете в следующий раз. Перебор. Красавица склонна к измене. И перемене. Раз, два, три, даю пробу. Костя, как слышно, 3, 2, 1, прием. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте. Что с вами? Ухо болит. А это вам не помешает? Нет, нет, профессор, не беспокойтесь. Наоборот, помогает, никакой шум не отвлекает от экзамена. А это... В связи с чем? У вас сегодня какой-нибудь праздник? Экзамен для меня. Всегда праздник, профессор. Похвально. Пожалуйста, билет. Билет номер 9. Прием. Что вы сказали? Что? Какой прием? Я сказал не прием, а при нем. Билет номер 9, а при нем задача. Ага, понятно. Идите готовьтесь. Хорошо. Дуб, как слышно? Как слышишь меня? Лопух, не догадался? Диктую ответ на первый вопрос 9-го билета. Значит так. Что с вами? В ухе стреляет. Ай-яй-яй.
Значит так, за изобретение ставлю 5, а по предмету неуд. Неуд. Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем. При нем. Как слышно? Как слышишь меня? Пожалуйста. Большое спасибо. Саша! Кто это? Где? Вон, плывет. А, так это же Лидка с параллельного потока. Лида. Удивительная девушка. Почему я ее никогда раньше не видел? Хочешь, познакомлю? А? Нет, нет. Да брось ты. Лида! Можно тебя на минуточку? Сдала? Сдала. Сколько? 5. Поздравляю. Спасибо. Знакомьтесь. Лида. Петя. Саша. Лида. Прошу. Я пошел. Хороший у вас район. Никогда здесь не был. Не бойтесь. Это, наверное, новых жильцов. А как же я пройду, а? Очень просто. Отвлекающий маневр. Собаку я беру на себя, а вы быстренько пробегаете. Хорошо. Жучка! Джек, Джек. Дамка, дымка, полкан. Полкан? Альмочка, 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 Альмочка. Давайте! Не отчаивайтесь. У вас случайно колбасы с собой нет?
Есть, только докторская. Давайте. Была докторская, стала любительская. А что это? Снотворная. Она не... Не, совершенно безвредна. Ну-с, приступим. Бобик. Нет, Бобику. Боб. Ну вот, через 3 минуты наступит глубокий здоровый сон. О, пожалуйста. Ах, так! Ну, мы еще посмотрим, кто кого. Я сейчас. Да дальше делаем так. По моему сигналу вы открываете входную дверь. Но помните, только по моему сигналу. Ага. Держите. Все по местам. Открывайте. Ну вот, все. Только вам уже придется пешком. Ничего, не привыкайте, на час лифт портится. Спасибо. До свидания. До свидания, Лида. Я очень рада была с вами познакомиться. Я тоже. До свидания. До свидания. Саша! А? Что это у вас? Где? Вот. О, собака. Поднимемся к нам, я зашью. Нет, нет, первый раз в доме и в таком виде. Ой, ну что вы, нет, 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 пойдемте, пойдемте. Нет, ни в коем случае, Лида, нет. Ну пошли, пошли. Ну как ты мог оставить вещи без никого? Там же Рекс, а Рекс никогда не отойдет от вещей. А у меня горло. 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 И голова. И голова. Без мозгов. Без мозгов. Ну как, сдала? 5. Молодец. А подружка? Не знаю. Идемте. До свидания. Я зашью. О, нет, нет, лучше дайте я сам. Пожалуйста. Ну, не буду вам мешать. Угу. Лида, все в порядке. Я сейчас.
Лида, знаете, какое мое самое любимое стихотворение у Ярослава Смелякова? Какое? А вот послушайте. Вдоль маленьких домиков белых акации душно цветет. Хорошая девочка Лида на улице Южной живет. В оконном стекле отражаясь, по миру идет не спеша. А дальше забыли? В оконном стекле отражаясь, по миру идет не спеша. Хорошая девочка Лида. А чем же она хороша? Спросите об этом мальчишку, что в доме напротив живет. Он с именем этим ложится, он с именем этим встает. Недаром на каменных плитах, где милый ботинок ступал, хорошая девочка Лида. Отчаяние он написал. Не может людей не растрогать мальчишки упрямого пыл. Так Пушкин влюблялся, должно быть. Так... Что с вами? Нет, ничего. На чем я остановился? На Пушкине. Ага, Пушкин. Там чудеса, там леший бродит, русалка. Постойте, постойте, какая русалка, Саша? На ветвях висит, лежит. По-моему, вы перезанимались. Разрешите? Нет, нет, я не перезанимался. У меня другое. Лида, я хочу задать вам один серьезный вопрос. Это для меня очень важно. Задавайте. Скажите, Лида, у вас не бывает, вот вы приходите куда-то в первый раз. А вам кажется, что вы здесь уже были... И все вам вроде знакомо. Предметы, запахи, звуки. У вас не бывает? Нет, не бывает. Я всегда помню, где я была, когда и с кем. А у меня, кажется, бывает. Вот и сейчас мне чудится, что я здесь уже был. Ну что вы, Саша? Да-да-да-да-да. Я все здесь уже видел. О, сейчас я отдерну вот эту занавеску, а за ней стоит хрустальный кувшин. Был. Вольф Мессинг! Вы думаете? Точно! А давайте попробуем. Давайте. Вы выходите за дверь. За дверь? Да. Я пишу на бумажке свое желание. Желание. Ну, что потом проверить? А когда вы вернетесь, я буду мысленно приказывать вам исполнить мое желание. Исполнить? Да. Да. Хорошо? Хорошо. Давайте. Давайте. Thank you.
угадал. Почти. Тогда я попробую еще разочек. Пора. До завтра. Нет, до послезавтра. Послезавтра экзамен. И у меня тоже. Завтра буду готовиться. И я тоже. Значит, послезавтра. После экзамена. Да. Послезавтра, после экзамена. Пушкина. Срамота. Одну минуточку. Имеется вполне нейтральный сюжет, рекомендованный даже к употреблению в детских учреждениях. Пожалуйста. Не то. Одну минуточку, простите. Вот, пожалуйста. А? Заверните. Сворачивайтесь. Есть дело. Где этот чертов инвалид? Не шуми, я инвалид. Вот что мы имеем на сегодняшний день. Не мы, а вы. Что нас может спасти от ревизии? Простите, не нас, а вас.
От ревизии нас может спасти только кража. Со взломом или без? Ну, естественно, со взломом. Статья 89, пункт 2. До 6 лет. Не пойдет. Так ведь кражи не будет. Все уже украдено до нас. Все уже украдено до нас. Это же сущие пустяки. Вам нужно только инсценировать кражу. Вам надо взломать замок, проникнуть в склад, оставить следы выноса товара и спокойно удалиться, ничего не взяв. Ну что, усвоили, наконец? Не волнуйтесь, товарищ директор. Народ хочет разобраться, что к чему. Это естественно. Законно. Дело для нас новое, неосвоенное. Точно. Неосвоенно. Не волнуйтесь, товарищ директор. Скажите, пожалуйста, а вот это мероприятие, или как бы лучше сказать, операция. Операция. Почему? Почему? Чтобы никто не догадался. Идиот. Ну, ближе к делу. Прежде всего, вам нужно нейтрализовать сторожа. Не нам, а вам. Нет, на этот раз именно вам. Да? Да. А что значит нейтрализовать? Статья 193, пункт 2. До 3 лет. Не пойдет. Не, не пойдет. Никаких. Сторож нежно усыпляется хлороформом и связывается. Без нанесения телесных повреждений. Юридически вся эта операция... всего лишь мелкое хулиганство. Мелкое? Да, и вот учтите, что за это мелкое хулиганство я плачу крупные деньги. Аванс будет. А вот сторож сильный? В ночь операции будет дежурить сторожиха, бабушка Божий одуванчик. Это хорошо, правда? А она вооружена? Патроны холостые. Еще вопросы есть? Сумма? 300. Это несерьезно. Не-не-не. Так не пойдет. Вы нас не знаете, и мы вас не знаем. Принеси дурачков. Я на русалках больше заработаю. Пошли, пошли. На, куром на смех. Подумаешь, 300. Стойте. Ваши условия. $330. Согласен. Каждому. Согласен. С Богом. Thank you.
целый час мы репетируем. Ради этого я позволил изуродовать свой собственный сарай. И никакого толку. Ну вот вы должны были в виде прохожего подойти к старухе и привлечь ее внимание простым, естественным вопросом. А вы что спросили? Как пройти в библиотеку? В 3 часа ночи. Идиот. Ну, а вы? Что вы должны были делать? Стоять на стреме и явиться раньше милиции в виде дружинника. Если старушка засвистит. А старушка засвистела? Нет. Так чего же вы приперлись? Болван. Согласен. А вы? Кретин, вы должны были не воровать эти бутылки, а разбить их. Разбить? Разбить? Пол-литра. Пол-литра. В дребезге. Ну, конечно, в дребезге. Да я тебе знаю. Но. Ну, давайте все по местам. Пройдем еще разочек. Баю-баюшки, баю, баю внученьку мою. Птички спят, и рыбки спят, детки тоже спать. Марья Ивановна! Тихо! Леньку разбудите. Идите. Баю-баюшки, баю, что у вас произошло? Я вам денюжки принес за квартиру за январь. Вот спасибо, хорошо, положите на комод. Уснула. Вот хорошо, что вы пришли. А что такое? Ни с того, ни с сего директор сегодня дежурить заставляет. Ольга как раз тоже в ночной. Подмениться не успела. Не беспокойтесь, Марья Ивановна, я с Леночкой посижу. А, ну, вот спасибо. А еще как на грех я... А еще ведь как на грех тесто я поставила. Я и с Ленкой посижу и за тестом погляжу. Отправляйтесь на дежу. Ну, тогда я ухожу. Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Вы не скажете, который час? А? Что, фонарем? Тяжело в учебе, легко на работе. Тренируйся вон, на нем. Хорошо. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра. Скажите, сколько сейчас градусов ниже нуля? Чего, чего? Ты что? Ну, я тренируюсь. Тренируйся лучше. На кошках. Пожалуйста. Thank you.
Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза. Хватит гулять. Ну, пора на работу. Могу поделать. Это какой-то кошмар. Марья Ивановна, я вас умоляю, идите домой. Несчастье какое-то. Идите, я за вас подежурю. Ладно, я быстренько. Я сейчас. Не беспокойтесь. Не беспокойтесь, Марья Ивановна, все будет в порядке. Так, лучше чего? Вот, свисти. Вот так. Пошла. Бабуля, закурить есть? Да. А где бабуля? Я за нее. Вы, да? Да. Что с вами?
Кто здесь? Кто такой? Сторож. А где бабуля? Я за нее. А где выход? Там. Руки вверх. О! Свистел? Я!
Поди, бабуля. А вы кто? Я дружинник. А вы? Сторож. Давайте вязать этого. Этого? А, беру. Проклятый! Расхититель социалистической собственности! Мерзавец! Бегите, звоните в милицию, а я покараулю. А? В случае чего, свистите. Ладно. А где телефон? Автомат на углу через два квартала. А? Поднимайся. 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 Где я? Ну давай, давай, быстрее, к машине. Поднимайся. Давай, слушай. Что, уже вызвали? Нет, что, у вас двух копеек не найдется? Милиция 02, без монеты. А? Давай, поднимайся. Начнись ты. Вы не скажете, где здесь туалет? Нашел время. Спасибо. Быстро! Сейчас милиция придет! Ну, давайте! Руки вверх! Thank you.